5 лет на территории Ленинского городского округа существует сообщество «Нежный бизнес». Оно создано для обмена идеями, помощи, поддержки и консультации представителей малого и среднего предпринимательства. Этому в немалой степени способствуют нетворкинги, где не только обсуждаются насущные проблемы, но и завязываются новые полезные знакомства. Очередная встреча прошла в небольшом кафе в микрорайоне Зеленой аллеи. Тот случай, когда в тесноте, да не в обиде. В программе выступления специалистов в области развития и масштабирования бизнеса. Особое внимание к выступлению Надежды Крисаловой. Она экс-президент крупного банка, экс-министр инвестиций и промышленности науки Подмосковья, владелица нескольких бизнесов. Какая мера поддержки для вашего бизнеса доступна? Или какая мера поддержки, там, допустим, вам возможна? Вы даже понять иногда не можете. И вот как раз через сообщество вы можете действительно объединиться вот на таких нетворкингах ту или иную тему обсудить. Подобные нетворкинги проводятся ежемесячно. Этот посвящен Дню предпринимателя, и основная тематика встречи – федеральные, областные и муниципальные меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса и способы масштабирования собственного дела, в том числе и за счет помощи коллег. У нас очень много совместных проектов. Девушки практически всегда находят друг друга, поддерживают друг друга. И основная история у нас в сообществе и ценность нашего сообщества – то, что мы не конкуренты в одной области, если мы работаем, а мы, наоборот, поддерживаем друг друга и дополняем. Вход на подобные нетворкинги всегда свободный.